Добрый день! Сегодня хочу запечатлеть тот момент, когда к нам пришел вот такой крест. Он был соединен на штифт. Так, сейчас мы так зафиксируем. Он был соединен на штифт. Давай. Ну, короче, развалилось тут. Развалилось вот так вот, все это на штифтах сделано, и они все вышли из строя. И почему на штифтах делали? Потому что здесь есть эмаль. И что мы будем делать? Мы будем полностью чистить крест, припаивать все насмерть и потом покрывать заново эмалью, чтобы он был фактически вечным. А почему я его хочу запечатлеть? Потому что клиент, который к нам пришел с этим крестом, находится на военных действиях в Украине, на Донбассе. И сейчас он находится в нашем городе Озерске, пришел к нам, рассказал вообще всю историю, что там происходит. И с этой точки зрения я бы хотел поддержать его. Он очень переживает, что у него крестик слетел, сломался, и верит в то, что данный крест его защищает. Поэтому мы стараемся сделать максимально все в лучшем виде, и чтобы он не свалился, не слетел, не порвался. То есть мы все припаяем, сделаем заново, обновим, и я потом сниму, как же получился крестик, который мы обновили.